Русские сказки. Человек, который наконец познал страх. Давным-давно жил на свете храбрый и бесстрашный юноша по имени Тритон. В стране Строгарта смелость не была редкостью, но для Тритона страх был чем-то, чего не было в его словаре. Кто-то скажет, что это неразумно, а кто-то, что безрассудно. Но юноша буквально не знал, что такое страх. «О, Тритон, ты такой храбрый! Неужели тебе совсем не страшно? А что это такое? Страх, когда что-то пугает и становится страшно. А должно быть очень странно чувствовать что-то подобное. Я поищу страх. Ну ладно, доброго вам дня. Хорошего дня!» Поскольку все ему твердили о страхе, Тритону стало очень любопытно. Он решил отправиться в путешествие по миру, чтобы найти страх. Он шел часами, пока не нашел бедного человека. Тот сидел в лесу и плакал. «О, добрый юноша, пожалуйста, помоги мне. Моя семья, ее взял в заложники злобный дракон, который живет в пещере. Пожалуйста, помоги!» «Конечно, я помогу. Я одолею дракона и освобожу твою семью». Он побежал к пещере со всех ног. И когда он добрался туда, то увидел великолепного дракона, лежащего рядом с семьей бедняка. «А, глупый мальчишка, ты пришел сюда, чтобы я тебя съела?» «Я здесь, чтобы освободить этих пленников». «Что? Ну что ж, попытайся». Тритон подбежал к ближайшему дереву и сорвал лозу. Он сделал из нее лассо и кинул его на голову дракона, обхватив его за пасть. Он ухватился за другую лозу и запрыгнул на спину дракона. «Ага, попалась? Ну же, давай, полетели!» Тритон спрыгнул со стороны дракона и приземлился перед бедняком, который теперь воссоединился со своей семьей. Дракон улетел в небо. «Спасибо! Ты спас мою семью! Меня зовут Тарзан, и я тебе искренне благодарен!» «Рад помочь, сэр!» «Разве ты не испугался, столкнувшись с могучим драконом?» «Неужели я должен был испугаться? Я просто почувствовал, как адреналин бежит по моим венам. Я нахожусь в поисках этого страха, но мне еще предстоит его найти». «Далеко-далеко, в городе под названием Дрифар, есть предсказатель, который знает ответ на твой вопрос. Отправляйся туда и дай ему этот браслет, и ты найдешь то, что ищешь». «Спасибо». Тритон продолжил свой путь, чтобы найти страх. Он все шел через густые леса, жаркие пустыни, холодные зимы, пока однажды не достиг маленького городка под названием Дрифар. Следуя указаниям, он отправился к предсказателю. Когда он вошел внутрь, то увидел таинственного человека в капюшоне, сидящего перед магическим пламенем. «Привет, Тритон! Я долго ждал тебя». «Откуда ты знаешь мое имя?» «Тритон Бесстрашный. Вот как они тебя называют. Рассказывают истории о твоем легендарном подвиге с могучим драконом». «Я долго путешествовал в поисках чувства, которое называют страхом. Скажи мне, о мудрый, как я могу найти этот страх?» «Интересный вопрос, но какова будет награда за то, что я открою тебе тайну того, что ты ищешь?» «Единственное, что у меня есть, это браслет». «А, заколдованный браслет судьбы? Замечательно! Это волшебный браслет, который является частью целого. Принеси мне другую часть, и ты найдешь страх. Иди к берегу океана и ныряй на его дно. Именно там ты найдешь браслет и истинное чувство страха». «И это все? Ха-ха-ха-ха!»
Тритон отправился на берег океана. Там он увидел корабль, застрявший на небольшом айсберге, который медленно погружался в океан. «Помогите! Помогите! Кто-нибудь помогите!» «Я помогу ему!» Тритон прыгнул в ледяную, кишащую акулами воду и поплыл к кораблю. Когда он добрался до туда, его с невероятной силой потянуло на дно. «Что?» Добравшись до дна, он увидел русалку, держащую в каждой руке по цепочке. Одна тянула вниз корабль, а другая — его самого. На руке у нее был браслет. Заколдованный браслет судьбы. Тритон с силой притянул русалку к себе и обернул вокруг нее цепь. Он снял браслет с русалки и поплыл к берегу. Я взял его. Он вернулся в шатер предсказателя, но там никого не было. Грустный и удрученный тем, что еще не нашел страх, он отправился в город, где дважды прозвенел колокол. Простите, сэр, что означает этот звон? Король Дрифара объявил о своем уходе. При звуке трех колоколов Феникс будет освобожден. Кому бы он ни подлетел, его доставят в королевский дворец. Подожди, чтоб увидеть, что произойдет. Звон прозвенит в любой момент. Через несколько мгновений колокола королевства зазвонили дважды. Народ королевства стоял в ожидании, а прекрасный Феникс, поднявшийся из огня, полетел по воздуху. Ого! Такое великолепное создание! Феникс взлетел в воздух и устремился прямо к изумленному Тритону. И через секунду они растворились в воздухе. Феникс привел Тритона в зал короля Дрифара. Добро пожаловать, Тритон. И, ваше величество, это вы? Тот, которого я спас в лесу? Да, Тритон. Я искал наследника престола, но ни один из них не был достоин. Мне нужен смелый, сильный и добрый человек. Очень важные качества для короля. И ты ими обладаешь, Тритон. Что? Вы хотите сказать, что все это время меня подвергали испытанию? Дракон и глубокий океан со страшной русалкой? И все остальное испытание? Да, и ты молодец. Вот почему я выбираю тебя своим преемником. Но, что если я не в состоянии сделать людей счастливыми? В этот самый момент его впервые охватило внезапное чувство страха. Что, если я не преуспею? Что, если я потерплю неудачу? Что это за чувство? Это то, что ты называешь страхом, Тритон. Ты благородный человек с сердцем льва. Я уверен, что ты станешь великим королем, если решишь принять. Не позволяй своему страху одолеть тебя. Позволь ему помогать тебе. Учись у него. Спасибо вам, король Арзан. Я смиренно принимаю ваши предложения. И вот Тритон стал королем Дрифара и продолжал править королевством как великий король, любимый всеми, который уже знал, что такое страх. Да здравствует король Тритон! Да здравствует король Тритон! Рассказы о короле Тритоне бесстрашном передавались из поколения в поколение, так как в Дрифаре никогда не было более смелого, доброго и отважного короля –